Ассаляму алейкум, мира и добра, мои дорогие! Добро пожаловать в наше новое видео! Сегодня я решила прибраться на кухне, так как не занималась ей уже 2-3 дня. Умарчик тут у меня завтракал, выспался сегодня до 11 часов. Девочки ушли с утра на курсы. Марьям вчера оставалась у сестренки или в садике. Анвар на работе. В общем, мы с Умаром вдвоем. Я протираю всю пыль на посуде, которую у нас всегда на виду, потому что оседает на нее часто пыль. И решила почистить сегодня решетку от вытяжки, газовую поверхность и кастрюлю свою. Затем мне нужно будет быстренько съездить на LPG-массаж и приехать домой, приготовить уже ужин. В общем, девчонки, шок-контент. Я сняла сейчас вот эту вот штуку, как она называется, забыла, в общем, с вытяжки, потому что она вся такая маслянистая стала. Вот чистая сторона, можно сказать, более-менее. Вот это прям трогаешь, вся в масле. Такие даже куски масла есть. Хочу очистить. Как вы знаете, я в последнее время очень часто использую средство вот такое, чудо-очиститель вот такой вот, который для всего, да, и это очень классно. У меня вот все изморалось, эти 2-3 дня я вообще не занималась кухней, и посмотрите, в каком состоянии у меня газ вообще, короче. За 2 дня он в таком состоянии, я заказала себе еще один, потому что он мне, этот очиститель, очень понравился, и... Сейчас у меня вот в этом осталось совсем немного, так как я использую и для вещей, и для кухни, и для посуды, в общем, для всего. Поэтому заказала заранее себе, чтобы не закончилось, когда нужно, да. И сейчас буду очищать, вот хочу газ, получается, замочить, чтобы не тереть его там и также не поцарапать. И вот это вот хочу решеточку замочить, но это в конце, потому что она никуда не помещается, кроме как в раковину саму. И вот эту мою кастрюльку, которую я очень часто чищу, она прям такая опять снова стала грязная. Ее тоже нужно будет почистить. Так, смотрите, что классно в этом средстве, тут вся инструкция для стирки, для посуды, для чистки поверхности, для чистки сантехники и раковин, для дезинфекции просто, да, можно использовать. Поэтому очень удобно, когда, например, взяли вещь, прочитали инструкцию, замочили для посуды, прочитали, замочили, да. Почему очень удобно, то что все под рукой, и инструкция, и очиститель, он, можно сказать, универсальный. Ну, я начала с газовой поверхности, в общем, насыпала я порошок, сверху залила кипятком, и уже реакция пошла, уже начало все очищаться. Единственное, те места, куда не доставали, я ложкой помогала, но потом все равно все хорошо отошло. Также сверху решила поставить решетки от газовой поверхности, чтобы там тоже жир растаял и можно было легко его отмыть. Дальше решила отмыть посуду, замочу решетку от вытяжки в раковину и также почищу кастрюлю свою. В общем, что мне нравится в этом средстве, что оно такое универсальное для всего, как я и говорила. Еще оно гипоаллергенное, нет вообще запаха и безопасен для большинства материалов. Отличные результаты при соблюдении рекомендаций из инструкции. Также он не содержит хлора. И поэтому я стала часто его использовать и тоже советовать вам. Купить этот товар можно будет на Wildberries или Озон. Ссылку для вас я постоянно оставляю в описании под видео. И в этот раз тоже я оставлю в описании. Кому нужно, берите, не пожалейте. Оно очень экономичное и стоит совсем недорого. И как видите, что оно справляется вот с такими вот жирами и многими другими пятнами. Эффект просто вау. Здесь у меня уже решетка от вытяжки, она вот прям выходит, да, весь жир, вы можете вот наблюдать, прям весь жир вышел, сверху собрался, его просто вот так вот ложечкой собрать, и вот, как видите, да. Но я оставила еще на минуток 5, вообще он где-то минут 10 у меня постоял, и уже чистая, в общем, решетка у меня была. И также начала уже оттирать газовую поверхность. Очень быстро все сошло и легко. Не нужно никаких там химических средств, которые воняют. Руки от них портятся, да, брызгать все это. А здесь просто насыпала, водой залила и все вот так вот оттерла. Там, где я и говорила,
куда средство не доставало, я просто тряпочкой вот так вот оттерла, и уже у меня газовая поверхность такая вот чистенькая. Решетку сейчас ополосну, также покажу вам кастрюльку, в каком она сейчас у меня красивом, чистом белом виде. Заодно и помыла раковину, и прям я, как и говорю, универсальное классное средство. Вот такая вот чистая у меня получилась эта сетка, решетка от вытяжки. В общем, весь жир ушел, и, как видите, раковину тоже легко вот отмыла. И вот она, наконец, моя кастрюля. Я ее вот только замочила. Посмотрите, сразу пошла реакция. Даже там, где вода у меня немножко не достала, в общем, я недостаточно воды налила, все равно там все так отошло. Так как происходит такое шипение, также мои вот эти вот решетки от газовой поверхности, они размягчились, и я их очень легко помыла. И вот такая газовая поверхность у меня сейчас чистая мошла. И вот она кастрюля, которую я сейчас замочила. Сейчас ее отмою, и все. Мне нужно бежать по своим делам. Заодно и трубы прочистятся. Такая, смотрите, какая чистая стала. Прям машала. Люблю, когда она белая, чистая. Не забываем, девочки, ссылочка будет в описании под видео для заказа такого чудо-очистителя универсального для всего, которое отлично работает. Ну все, на кухонной поверхности я убралась, все почистила. Теперь поеду сейчас по делам, пока мой помощник помоет мне здесь пол. И подметет. Мне нужно бежать сейчас на массаж. LPG, как я и говорила, хожу. И возьму с собой Умара. Пока ожидаем с Умаром, решила немножко заснять обстановку этого салона и кабинет, где я получаю LPG массаж. Мы сегодня с Умарчиком были вот здесь вот в клинике Ормед. Сделали мне массаж, Умарчик подождал меня. Сейчас мы пойдем где-нибудь пообедаем, да, с тобой? Пошли. Что ты хочешь кушать? Я не знаю. Сегодня Умара взяла с собой, потому что девочки кто где, в общем, Ильясик в садике. Умарик дома один был, я его забрала, да, была? Так, а пришли мы в Космопарк. Здесь рядом есть Social Coffee. Зайдем туда и покушаем чего-нибудь вкусненького. Вот он мой король, да? Нет, ты мой принц, да? А да, как король, да? Ты мой сладкий. Мы сейчас зашли сюда, такое красивое место здесь. Здесь мы уселись с Умаром. Давно мы с Умарчиком вдвоем вот так не выходили, да, было? Он, как всегда, же выбрал либо сладкое, либо наггетсы, сказал, с курицей. Пришлось взять наггетсы с курицей. А потом выйдем, я ему куплю мороженое, да? Потому что он еще не обедал, вообще не хочет нормальную еду кушать. Думаю, чем сладкое, лучше пусть хоть наггетсы поест. Приятного аппетита, Балам. Спасибо. Вот его наггетсы принесли. Мы сейчас с Умаром заметили, что здесь такие огромные ложки, да, Балам? Смотрите, как вся кружка прям. Ложка, прям лопата настоящая. Как тебе? Не сильно горячо? Горячо. Горячо? Ну пусть остынет сейчас. Принесли мой боул, а тут курица, оказывается, жареная. Я даже не знала. Обычно не жареная там курица идет. Эх, тут какой-то соус сверху поливается. Приятного нам аппетита! ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر لما تذل روحك قل يا ربي يا معز فإذا بك تنهى وتأمر كريم لما يغمر لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار فإذا بالكسر يجبر قادر على ما لا يقدر لما تصير Все, мы пообедали, вышли. Короче, мне не очень понравилось. Все такое жирное, прям жареное. Ну, у Мара еще наггетсы были такие, ничего такие. Ну, давай, ты езжай, я за тобой. Идем сейчас мороженое кушать. Какое будешь?
Какое будешь? Здрасте. Что покушать тогда? Нет, тебе не может. Потом мы посидели, вышли на улицу, погуляли чуть-чуть, я кушал мороженое. Ну да, мороженое двойное. Потом папе тоже было одно мороженое, а у меня двойное. Угу. Вот. Потом я. А папа сказал, быстрее залезай, потому что там маршрутки много людей. Потом одна проехала случайно. Ну все, нас Анвар уже забрал. Мы доехали сначала на маршрутке, а потом дальше Анвару как раз было по пути, он нас забрал. Купил нам, оказывается, мороженое по второму кругу, да? Но я что-то не хочу. Сейчас Анвару дам, он поест. Как тебе день со мной? Классно, ему понравилось, несмотря на жару. У нас вообще 40-градусное аномальное потепление, жара. Я Умару говорю, поедешь еще со мной? Он говорит, да. Я говорю, несмотря на эту жару? Он говорит, да. С тобой, говорит, интересно. Да? Угу. Пока все покупает, кафе водит, да? Угу.